Оп. Проходя по набережной Дона, можно встретить вот такой арт-объект из кинофильма и романа Шолохова «Тихий Дон». А еще на набережной вот такой есть арт-объект «Маша и Медведь». Маша вот в корзинке сидит. Ну что-то Машенька, наверное, за время, когда она сидела в этой корзине, очень постарела. Прям лицо у нее такое, не детское, если честно. У деда уже палец натер. Все та же набережная Дона, столько замков вешают возлюбленные, наверное. Наверное, те, кто связывает свою судьбу после свадьбы, бракосочетания. А вот здесь вот такой объект. Полагаю, что на восток от Дона лежит страна туманов, где страшные мифоны охраняют греческий полис и не прогневать. Решили все-таки мы попутешествовать на катере по Дону. Сейчас вы наблюдаете левый берег Дона. А золотые совсем недавно реконструкция одной из центральных улиц строителей. Сейчас наблюдаете арену, стадион, Ростов. Боевые лошади и вооруженные воины лежали в метре от проезжей части, а под Она придет. Для Ростова-на-Дону начнутся золотые времена. Они выпьют ли нам за Ростов шампанского? Напитки и легкие закуски на нижней палубе теплохода. Новгород. За Ростовом же с рубежа 19-20 веков закрепилась звучная Ростов-папа. Конечно, бурно развивающийся город и вправду принимал под свое крыло всех и авантюристов, и представителей знатных фамилий, и иностранцев, и специалистов со всех концов России-матушки. По-отечески, давая большую дорогу всем, кто открыл Ростов-на-Дону. В это время в Ростове работают 17 консульств.
здесь они предлагают. Видишь? Да? Да. Наверное. От яхты. Ему посвящены и материальные достоинства. Интересно, да. Да?